Всем привет, ребята! OnePlus 7T протестировали в играх и бенчмарках. А теперь поподробнее. С вами канал Техноум. Поехали! Вскоре после релиза флагманского смартфона OnePlus 7T в сети появились подробные результаты испытания производительности новинки. Аппарат протестировали не только в синтетике, но и в более реалистичных условиях использования, включая требовательные мобильные игры. Смартфон построен на 7-нанометровой мобильной платформе Snapdragon 855. Плюс с максимальной тактовой частотой процессора 2,96 ГГц, оснащен 8 ГБ АЗУ, LPDDR4X и накопителем 3.0 на 128 или 256 ГБ. Еще одна фишка новинки – это дисплей AMOLED с частотой обновления 90 Гц. Такое железо обеспечило аппарату плавную картинку и высокий показатель счетчика FPS, даже в динамичном шутере PUBG Mobile. Замечательно, что даже в затяжных игровых сессиях температура устройства осталась стабильной. Высокие результаты гаджет продемонстрировал и в синтетических бенчмарках. В Antutu OnePlus 7T набрал 400 912 баллов. В одноядерном и многоядерном испытании при запуске Geekbench 3682 и 11 465 баллов соответственно. Наконец, в 3D Mark графический процессор модели Adreno 640 набрал 72 711 попугаев. Смартфон уже поступил в продажу на индийском рынке по цене от 535 долларов. Ну что же, ребята, на мой взгляд, 400 тысяч в Antutu PUBG Mobile должен летать на просто бешеном уровне. И на мой взгляд, действительно, телефоны уже в скором времени обойдут компьютеры, потому что они находятся у нас в кармане. С вами был канал Техноум. Кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем спасибо, всем пока.